Всем привет, это канал Красного Герцога, и сегодня мы будем спасать повыжившего счастливчика в авиакатастрофе с игрой The Long Dark. В прошлой серии мы добрели таки наконец-то до места авиакатастрофы и собрали все необходимые документы, нашли инсулин, еще заглянули в бункер, нашли крест, который для отца Томаса, вот, и нашли здесь выжившую Гвен. Воистину счастливчика. Глобальный звездец пережила, авиакатастрофу пережила, упала черти где в дыре, так ее нашли, и нашел ее врач. Значит, это такое совпадение, прям вот, ну, вот проперло ей. Я обещал начать утром, но решил начать сейчас костер, натаскал дров, в общем, развел костер, потому что надо ее еще осмотреть. Поэтому я не стал проматывать ночь. Давайте мы ее осмотрим. Посмотрим, что здесь не так. Собственно, потеря крови. Надо ее замотать. Кровавит он она. А, нет, это я. Да, жажда. Вот, теперь вам станет лучше. И это все, что ты смогла сделать? Больше ничего нет. Болезни нет. Ну, а в остальном она, значит, у нас здорова. Стремительная жажда у нее и, в общем-то, и холодно. Ну, теперь, надеюсь, будет тепло. Хотя, кстати говоря, она не растет. И одеть я ее тоже не могу. Ну, в общем, так и будет она нам тут стонать до утра, видимо. Ну, ладно. Давайте, наверное, так. Наверное, давайте мы приготовим чайку. Вот. Да. Чтобы крепче нам спалось. Тебе, кстати, тоже могу предложить, но ты же не будешь. Ну и поесть нет. Есть я, наверное, не буду. Единственное, у меня ничего не осталось. А, у меня еще дрова есть, кстати. Я еще могу накидать. У нас, правда, ночь уже к концу подходит. Но нам надо будет поспать. Давайте допьем чаек. Вот. Наверное, сколько у нас? 7 часов. Давай я еще дровишек подкину. Добавить вот так на 8:49, и 8 часиков мы тоже поспим, чтобы выспаться, а то мы ее никуда не дотащим. Вот костер прогорел. Ну какого хрена, я же 8 часов поставил. Как это, блин, работает в этой долбанной игре, я не знаю, но оно работает совершенно неправильно, на мой скромный взгляд. Попробуем разжечь огонь еще раз. Мне в любом случае надо, потому что надо кофейку бахнуть. Что-нибудь разогреть себе, пожрать. Из того, что потяжелее. А то как-то оно это самое. В принципе, можно вот так. Палки оставим еще на 2 часа. Так. Готовить банка кофею. Готовься. Что у нас тяжелого из еды? А собственно, еда из самолета цыпленок. А их греть можно, интересно? Нет. У нас есть только свежая банка свинины с фасолью, которая весит 0,25. То есть похрен, да? Ну, в принципе, давайте банку с фасолью сожрем. Это, по крайней мере, можно разогреть. Все будет полезнее. 13,5. Ну, можно и так. А теперь выпьем кофеек. И сожрем нашу свининку. Болезную нашу кормить не надо. Ну, не надо, так не надо, да. Так, воды допить. Допьем. Ну, в принципе, нормально, хватит, я думаю. Запас 5 кило у меня есть. Так, банку я подобрал. Да, одна есть. В принципе, одной. Нет, наверное, все-таки возьму. А то мало ли. Так, поднять. Встаем. Ну чё? Понеслась. Дальний путь.
Это пердец, я сам сюда с трудом дошел, а уж эту тащить. А самое главное, знаете что, да, да, вот сюда мне потом придется возвращаться кругами. Ой, ты всю дорогу будешь стонать, да? Ой, и... Ну да, держу. И вот теперь ей теплеет. Ага, ей теплело у меня. Понимаете? Ей теплело у меня. То есть мне надо теперь, извините, сидеть и ждать, пока она согреется. Ну, ни хрен ли, а? Почему она лежа рядом с костром не могла греться, как все? Я же не могу ее сейчас нести, она замерзнет, сука. А главное, знаете что? Мне придется еще периодически разжигать костры. Потому что она будет замерзать быстрее, чем я. Это тупизна. Тупизна, товарищи. 23. У меня в плюсе, я хорошо, но а вот ее одеть я не могу. Очень-очень глупая ситуация. И причем мы ждем, да, она у нее этот жажда увеличивается. То есть, не, что, вот как мне с нею быть? Очень неправильно сделано. Ну ладно, подождем, что. Так, ну, вроде согрелась. И не особо пока жажда ее мучает. Ну, понесли. Понесли. Одно радует, что я, походу, вес ее на себе как бы не это. Не ощущаю. Все будет хорошо, мы выберемся. Я так понимаю, ты всю дорогу будешь вот эту бухтеть всякие разные ободряющие фразы. И это будет бесить не хуже, чем ее стоны. Ну, кстати, она, слава богу, не очень сильно сейчас мерзнет. Хорошо, с погодой повезло. Ну да, она так и будет бухтеть по дорогу. Ладно. Ну, я говорю, если нам скажут, что нужно провизию собрать, я взбешусь. Это будет максимально тупо. Так, а вот это мне вообще как-то не улыбается. А как мне выходить-то? Алло. А как мне выходить-то? Вот это номер. Не понял. Не понял. Ой. Надо было разведать проходы сначала. Ну да, так и будет теперь трындеть. Дура. На тросе я ее спустить, наверное, не смогу, даже если найду, где этот трос применять, да? Стоп, а как выйти-то? Ну, вот если только там какой-нибудь проход. Но я что-то там ничего такого не видел. Вот блин. Здесь, кстати, еще у нас. Мои руки чего? А, здесь пещера есть. О, тут еще вещи. Понятно. Выживший. Приляг. Нет, бросить не надо, мы ее положим. Пещера на выжженном хребте. Да, полежи пока там. Мне надо обшарить все вокруг. Так, шиповничек собрать надо. Обязательно. Хотя антибиотики теперь, конечно, есть, но шиповничек нам не помешает. Рубашка, кепку оставьте себе. А тут вот у нас есть газировка, медикаменты. Ага, вот еще антибиотики, дровишки, постель. Не говорите мне, что здесь еще кто-то выживший. Здесь, наверное, кто-то из тех, кто дошел. Перекантовался какое-то время. Ну да. Ладно, прибавим ходу немножко. А чё вот у меня такая выносливость такая хреновая? Так, там он еще чемоданчик. Да, есть здесь проход, а я кругами бродил, а? Ладно.
Так, и я не могу отстреливаться. Что самое веселое, я не могу взять оружие, да. То есть, если что, нам придется ее швырять. И после этого уже только браться за оружие. А с учетом того, как быстро у нас тут все происходит. В смысле, как быстро у нас персонаж. Что случилось? Все нормально. Все зашибись. Все отлично. Не буду я эти чемоданы обшаривать, ну и в задницу, все. Вот этих чемоданов как грязи. А куда я вообще иду? А, вот теперь здесь есть проход. Ну, зашибись. Если сейчас здесь все-таки будет скала и надо будет пускать вниз, я тоже взбешусь. Если здесь не будет человеческого прохода. Ага. Ага. А его не будет. А его не будет. Тут чемоданы. То есть мне тут трос надо было взять. Какой ужасный звук. Это я пыхчу тебя таща на горбу. Звук ей ужасный. Ишь ты какая. А нет, есть спуск. Ну ладно. А то я думал, что здесь сейчас будет скала и типа давай за трусом обратно. Это была бы подстава. Не, ну вообще я не сильно медленнее иду. И, наверное, даже вообще не медленнее иду, чем без нее. Просто... Там есть что? Все в огне? Да-да-да, все горит. Что там у нас? Ни хрена. Да, ну вот эти вот постоянные ее нытье, мои комментарии тупые достаточно, будут всю дорогу меня раздражать. Но мы по этим путеводным чемоданам должны в кратчайшие сроки доставить ее до места. Иначе она замерзнет. Hang on. I have you. Где? Опять телефон работает, причем теперь днем. Где? Откуда? Вы охренели. I've got you. Don't worry. Алло? Hello? Это снова я. Как? Откуда вы знали, что я буду здесь? А вообще телефонный провод. Забавно, да? Все звонки идут сразу на все телефоны. Мне лишь остается ждать, когда ты снимешь трубку. Что вам нужно, Молли? Я немного занята. Да, я видел, что ты нашла кого-то на месте крушения. Вы за мной следите? Просто наблюдаю. Из любопытства. Мне от этого не по себе. Не хочешь сказать, что стало с твоим мужиком? У меня сейчас нет на это времени, Молли. Тогда я расскажу первый. Там, в доме, ты спрашивал про моего мужа. Рассказать-то особо нечего. Он мертв, а я жива. Простите, если это прозвучит резко, но вы совсем не переживаете. Ничуть. Полагаю, в подвале лежит именно он? Вы убили его? Ты мне скажи. Если не помочь кому-то, это считается убийством. Зависит от обстоятельств и от намерений. Говоришь прямо как законовед. Вы убили его? Его убили волки. Мои намерения? А я и хотела, чтобы он сдох. Ой. Спрашивается, на кой хрен нам эта информация? Вот честно, пионерская. Люди, человеки, если вы еще не написали, напишите мне, пожалуйста, за Маккензи, когда мы играли. Что был за звонок? Кто нам звонил? Я ж не уймусь, я ж не успокоюсь. Так. Вообще у нас как бы еще есть. Рискнуть перейти по льду? Через домик Молли с нею, да? И сюда. Да не кричи ты. Или взять дровишки.
Вообще запас есть. Давай я, наверное, все-таки немножко дровишков-то подберу. Если вдруг надо будет погреться. Жаль, растопки нет, но... Хотя веточку одну. Веточку. Труд-то у меня полно, а вот веточку надо подобрать. Пойдем, родная. Двигаем дальше. Что ж там был за звонок-то, а? А, ну так, собственно, я тут могу спускаться, сколько влезет, да? Все берега каменистые. Хотя вот здесь, может быть, и можно где-то вылезти, но... Как говорится, хрен его знает. Идти на мост? Ну, пойдем на мост. Хотя тут чемодан на льду. Черт, я так не хочу лишние круги наяривать, а тут идти все-таки довольно далеко. Проще потом, когда мы пойдем вот сюда, да, здесь погулять и так далее. Ну, давай меня вот меня вот чемоданчик внушает мне доверие. Давайте я сохранюсь на тот случай, если она вздумает проваливаться. Я думаю, с пассажиром на шее нам это точно делать не стоит. Там кто-то валяется. И не похоже на оленя. Давай сходим посмотрим. Это что? А, еще дровишки. Хуже еще хуже? Да не, на самом деле. Все не так плохо. Да, она у нас ничего не весит. Но я бегать с ней не могу, к сожалению. Да, еще чувачок валяется. А я ж всех переписал. А это кто тогда? Это что за товарищ? Ну, все-таки ее так швыряет. Перышки мы соберем. И посмотрим. Пустой замороженный труп. Чей? Да ничей. Просто труп. Че? Тут трупы никогда не видел. Ну, валяется себе. Нехай не валяется дальше. Пошли тогда. Зачем, главное, вот это вот я не... Ну зачем он здесь лежит? Ни записки, ни в карманах ничего. Конечно, получится, куда ты денешься. Ну только попробуй не найти там выход наверх. Ой, а нам с этой стороны, это ж мимо волков на ферме на этой. Ну, блин, время дороже. Молли определенно надо будет заглянуть. Еще, кстати, вопрос, а смогу ли я к ней заглянуть? А я вот здесь, кстати, могу сразу сюда выйти, на этот берег. Но, опять же, да, по прямой здесь не пройдешь, потому что волки. Поэтому я, наверное, все-таки... Так, стоп, а это что за... А, здесь же мост есть. Все. Вопросы сняты. Тогда мы сейчас сюда, потом на мост и к Молли домой. Я надеюсь, мне дадут с ней зайти к Молли в дом. Погреться. Потому что я не удивлюсь, если игра мне этого тупо не даст сделать. Небо. Куда оно пропало? Ты смотришь мою задницу, потому что я несу тебя на плече. Так что это моя задница вместо неба. Я с другой стороны. Чуть-чуть дальше, да, там в амбаре, в принципе, есть где развести огонь, но мимо волков я с ней не пройду. Там хотя бы мимо по дороге. Так. Да, не нравится мне этот звук, мне тоже. Так. Эй! Застрял, волчара позорная.
Вот так вот. А то ишь ты тут. Пугать меня вздумали. Мы тут сами с усами. Но вопрос решился сам собой. До анбара она просто замерзнет. Черт, гильзы, наверное, стоило бы собрать. Ну да ладно. Думаю, обойдемся и без гильз. А у Молли все-таки можно погреться, так сказать, на шару. Мне это не холодно, а вот она мерзнет. Почему я не могу ее одеть по сюжету? Накинуть на какую-нибудь куртяжку еще, там, закутать в что-нибудь. Это же естественная, в общем-то, реакция в подобных ситуациях, я не понимаю. Прям-таки напрашивается. Да, не отключайся. Не надо. Не говори мне, что я все зря это затеял. И зря тебя тащу на ферму к Молли. Которая, раз уж она за мной следит, могла бы и помочь. Крики, какие крики, никто не кричит. Это ветер свистит в ушах. Ужу, все хорошо. Сука, как же бесит невозможность побежать, а? Мои родные, а вот тут гораздо все хуже, извини. Скорее всего, они все погибли. Хотя есть мизерный шанс, что кто-то из них есть в сельском клубе дожидается. Ну, спрашивается, а с какого хрена эти родные? С какого хрена в этой игре тогда все постоянно бросают своих близких и уходят? Что Астрид наша повернулась, ушла, Маккензи бросила? Что тебя твои родные, если они там будут, конечно, в этом клубе? Если их там нет, то, конечно, вопрос снимается. Давай, чуть-чуть осталось, терпи, мы почти пришли. Конец, это конец. Любой конец — это только начало. Запомни, деточка, пока ты дышишь, дальше будет хуже, потому что всегда есть куда хуже. Так, а, подвал. Через подвал. Через подвал, ПЖ. Зашел. Впустили. Спасибо вам, люди. Пока еще не за что. Сейчас мы вот... Ах ты ж, сволочь ты такая, а? Заперла нас здесь. Не пускает. В холодном подвале, да? Значит, в холодном подвале держать нас будешь. А есть здесь... Верстак-то есть, а вот... Ну, я тебя, конечно, ограбила, когда уходила, но... А печки тут нету, да? Да, печки тут нема. Ну ты зараза. Придется, а она, кстати, она не греется. Так, она, ну там вот это плюс один, это ни о чем. Ладно, придется действительно бежать до амбара, да ее чушь. И там в амбаре отогреваться. До него еще, блин, тоже путь не близкий. До него она точно замер. Знал бы, пошел все-таки налево. Там хотя бы ближе было. А теперь это опять брождение с этой тушкой на плечах. Еле-еле, еле-еле. А кто там? А кто это там? Ощущение, что там кто-то есть. Впереди. И погода портится, зараза. Нет, это просто кривая прорисовка. Ну ладно. Да-да-да. Не закрывая глаза и все такое. Мы почти пришли. Правда, не туда, куда надо.
Ну, в общем, если вдруг вам захочется поиграть, и вы еще не играли, не повторяйте мои ошибки. Идите сразу на ферму. Там, конечно, волки, но там амбар, во-первых, ближе, во-вторых, все-таки волков можно и отстрелять. Даже не просто напугать, а именно пристрелить всех нахрен. А то мы тут сейчас подождем, потом еще идти отсюда будем долго. Тепло, тепло, да. Причем, слушай, тройное тепло, ух ты. Ей тут прям совсем хорошо. Но мне опять придется сидеть с ней на плечах. Потому что если я ее положу, она перестанет согреваться. Она, правда, и замерзать при этом перестает, но... Мне от этого не легче. А как мне ее попоить-то? Потому что если я ее положу, допустим... Ну-ка, да, ёшкин кот. Давайте попробуем. Допустим, вот я ее положу, она замерзать-то перестанет и греться. А 73. А попоить-то я ее могу? Да, можно, во. Окей. Тогда ладно. Хотя бы напоить можно. Отлично, да. Я, кстати, тоже бахнул бы немножко напитка. Да и перекусил бы что-нибудь, а то, знаешь, запарился тащить-то. Это баба нелегкая. 750, 700. Ну, давай вот это как раз. Рациончик. Единственный, который я взял с собой в итоге. Из всех, что там были на борту. Ну и еще баночку. Вот это вот. 520. 250, 250. Ну давай. Нет, не будем рисковать. Вот это вот запьем. Хотя надо было просто воды. Ну ладно. Воду я решил поэкономить, потому что она теперь не только мне нужна. Так. Ну... Что? Опять одна единичка, не три. Зараза. То есть ты хочешь все-таки, чтобы я развел костер? Вот блин. Отдыхай. Или ты замерзла от воды холодной? Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну ладно. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Отлично. У нее, кстати, гораздо лучше получается разводить костер, чем у Маккензи. Так, ну здесь. Нет, я все-таки немножечко оставлю. Пару часов должно нам хватить. Вот. Сейчас мы тебя посадим на бочку, и ты согреешься. Ну ладно, что, ждем, пока она согреется. Так, ну она согрелась, пошли дальше. Только, наверное, сохраниться надо. А то мало ли. Волки всякие и все такое. Так, не спотыкаться. Идем на рекорд. В смысле, на выход. Ну, фальшфейеры, да, штука полезная оказалась. То есть мы кидаем под ноги, а потом отстреливаем набегающих волков. Вроде пока тепло. Есть шансы дойти без приключений. По крайней мере, по погоде. Интересно, смогу ли я с ней влезть в машину? Так. Интереса ради. Нет, не могу. Будем знать, что если что, машина нас не спасет. Я вспоминаю, вот тащу ее и вспоминаю сценку из ролика вступительного. Там, где наша подруга Астрид стоит с фаером, а вокруг волки. Как бы это ни означало, что они ее сожрут. В смысле, вот эту нашу подругу, которую мы тащим, как Гвен. Это будет очень нехорошо. А тут срезать, кстати, где-нибудь можно? Нельзя. Да-да-да, пламя повсюду.
В бункер, я думаю, нас тоже не пустят. Хотя, может, и пустят. Его еще искать. Не, нахрен. Потом. Потом, так и быть, сходим. Вот не люблю я все эти брожения туда-сюда, но... Сходим, сходим. Поищем бункер, все дела. У нее, кстати, жизнь по ходу дела потихоньку восстанавливается. Я надеюсь, что она скоро вообще своими ногами может, сможет дойти. Было бы неплохо. А пока тащим. Вот такой вот увлекательный у нас игровой процесс. Идем, несем и ждем, когда придут волки. А они обязательно еще придут, я более чем уверен. Да-да-да, ты не дашь ей погибнуть. Угу. Вот от этой фразы мне стало еще неспокойнее. Вполне себе игрушка может подкинуть нам подлянку. Я прям вот не удивлюсь. Или мы сейчас туда придем, а там волки осаждают церквушку. Точнее, клуб этот сельский. Тоже вариант. Стая очередная. Мне их разгонять придется. Наверняка что-нибудь такое игра да выкинет. Прям вот. Вот прям чую. Угу. Ну ты-то выберешься. Ты всегда можешь ее бросить и убежать. А вот ей это вряд ли придется по нраву. Интересно, сколько километров я уже натопал с этим грузом за плечами. Там, кстати, еще мостик был бы, да. Ну, в общем, да. В общем, вот так вот туда. А потом вот туда на мост и... Дальше по прямой. Так. Круг дал. Совершенно напрасный. Ну, тоже знал, что в доме Молли нас... В дом Молли нас не пустят. Просто хочу домой. Чуть их не поверишь, мы все хотим домой. Прям очень-очень хотим. Но мы уже почти... Вот теперь мы действительно уже почти пришли. Мимо фермы прошли. Что удивительно, без приключений. Хочется побежать, да? Кто бы знал. Я же не знаю, прям вырезать что ли все это? Все это? Гулянку. Все равно мы здесь уже шли. Волков пока не видно, не слышно. Тьфу-тьфу-тьфу. Нет. Мучайтесь и страдайте вместе со мной. Слушайте, это пыхтение, эти фразочки. Эти стоны. И ждите. Ждите прихода косматых серых тварей. Ага. Он уже дымок виден. Да-да, мы почти пришли. Вот уже и мост. Вон уже и флаг. И в эфире все еще тихо.
Неужели? Неужели игра просто даст мне ее донести? Даже не верится. Ну, с погодой повезло. Надеюсь, что мне просто повезло с погодой, а не это, как это называется, не по сюжету так. Да-да, сейчас всему положим конец. Потому что если оно по умолчанию такая погода, когда я ее несу, то я дальше с ней пойду. Все, дошли. Дошли. Ура! Ну, молодцы! Мы дидит это! Ай, смотрите, что я вам принес. Подарочек под елочку. Куда ее свалить-то? В свободную кровать? Это мой... А где у нас свободная кровать? Вот свободная кровать. Эй, да ёшкин кот, опять не те кнопки. Так, повернуть. Повернуть. Ну, располагайся. Бам, свалило. Спасибо вам, люди. Пожалуйста. Все? И чё? Может, мне как-то задание засчитается, не? Шкура до сих пор не просохла. Охренеть. Падре. Сволочь такая. Скажи что-нибудь. А чё дальше-то? Алло? Ну, я пришел, я принес. А, введите инсулин, Дмитрий. Димон! Лови свой инсулин. Посмотрим, что здесь не так. Да все тоже. Когда выспитесь, вам станет лучше. А толку-то? Одна доза его не спасет. Всего лишь чутка оттянет. Конец. Все. Верните документы. Кому? Всем? Да, видимо, всем. Он не выжил. Он не пережил крушение. Утешитель, блин. Мне очень жаль, но я никого не нашла. Найдите, прошу. Сорян, там уже некого искать. Мне очень жаль. Я нашла ее. Она не выжила. Он погиб во время крушения. Мне очень жаль. Я нашла ее. Ее больше нет. Мне очень жаль, но я никого не нашла. Найдите, прошу. Да где ж я тебе искать-то буду? Он не выжил. Можно же просто взять и сказать, вот единственное, кого я нашла. Мне очень жаль, я нашла ее. Все остальные либо мертвы, либо она не выжила, да, либо пропали без вести. Ну, фактически тоже погибли. Он не выжил. Что, все были с кем-то? Никто один не летел. Мне очень жаль, мне не удалось никого найти. Надеюсь, что все в порядке, и вы еще встретитесь. Прошу, отыщите их. Так, ну и кого я пропустил? Да, Дмитрий, мне очень жаль, я нашла ее. Она не выжила. Ну и все получается. Наконец-то можно поговорить со святым отцом. Святой отец. У вас получилось.
Я молился за вас. Да, получилось. И я нашла еще одну выжившую. Правда, ей здорово досталось. Инсулин я тоже нашла. Спасибо, дитя мое. Вы очень нам помогли. Погода снова ухудшается. Боюсь, что надвигается очередная метель. Откуда вы знаете? Фермеры от родной долины уже давно в моей пастве. Со временем начинаешь подмечать детали. А в это время года метели здесь не редкость. В любой момент начнется новое. И что тогда? Обычно мы прячемся по домам, набрав достаточно дров и заполнив кладовку, а затем просто ожидая ее окончания. А теперь? Даже после всего того, что вы для нас сделали, нам остается лишь молиться и верить, что мы переживем эту непогоду. Молитва — это ваша специальность. Так, пропустил. А я схожу на место крушения, обойду все дома в окрестностях, чтобы найти хоть какие-нибудь припасы. Может быть, нам двоим удастся спасти жизни этих людей, твою мать. Да хранит вас Господь, дитя мое. Блин, а? Я вот как знал, как чувствую. Ну, это, блин, видно. Почерк, как говорится. Да, несколько человек с пассажирского манифеста все еще не нашлись. Может, из-за пережитого шока забрели куда-нибудь? А, то есть мне тут тот труп хладный еще раз осматривать, да? Найдите пропавших и приведите их. О, может быть, и они живы? Так, батя, забирай свой крест. Снежная буря уже на подходе, а эти люди еще слабы. Поспешите, дитя мое. А крест ты забрать не хочешь, нет? Отнесите припасы в кухонный шкаф клуба. Ой-ё. Отнесите древность в церковь. Мне куда... А, в церковь, господи, все, я понял. Посетите тайники, чтобы найти больше припасов. Ну, пойдем посмотрим, что там надо собрать. Ну, это, блин, это свинство. Вот это свинство откровенное. Оно, конечно, как говорится, в полный рост все ясно и видно. Но это свинство. Антисептики или повязка из старого мха. Так, 16 тысяч калорий. Топливо в час до дров и других материалов. Повязок десяток. 2 литра керосина. Ёшкин. Ой. 8 антибиотиков, 1 сигнальный пистолет и 4 сигнальные ракеты. А куда мне это все? В ящик, наверное. Так, где-то у нас тут был сигнальный пистолет. Где-то. Вот он. Сигнальный пистолет и сигнальная ракета у меня осталась одна. И с собой у меня сколько-то, по-моему, еще одна была. Ну, видимо, я ее уже... Или потратил, или забыл, или куда-то... Нет, стоп, не здесь, не здесь. Да, вот здесь, наверное. Да, вот. Вот еще куча барахла. Нет, здесь сигнального пистолета тоже нету. Так, ладно, давай тогда пойдем скидывать. Ну, проверим заодно в шкаф ли. Ой, в смысле, в ящик ли. У нас здесь и так уголь лежит, кстати. Подожди. А он должно быть тогда здесь отражено. Значит, нет. Троих пропавших надо найти. А куда? А куда, извините, мне тогда все это складывать? Отнесите припасы. А, все в... А, в кухонный шкаф. Шкаф. Тот самый, который был заперт. Все, я понял. О, отлично. Так, ну давай тогда уголь закинем. И чего? 0,48 топлива в час. И чё? Ага, 11,48. Зашибись. Ну, на тебе еще дровишков. Доски. Чё еще? Повязок надо, да? Всё, забирай. Антибиотики давайте им отдадим. 6... 7-8. Вот так вот. Раз. И 13,5. Антибиотики закрылись. Хорошо. Керосин. Где-то у меня был тут керосинчик. А где он мне? А где он вообще теперь находится?
А, я его не взял. Не достал из этого. Угу. Ладно. Повязки, керосин, сигнальный пистолет. Пистолет. На, забирай. Ракеты. А, как раз 4. Прелесть какая. О, и сразу засчитывается. Повязки. Или же, подожди, антисептик или повязки. Антисептик. Мне не жалко. 6, 7, 8. Забирай. 6 повязок. Забирай. У меня здесь где-то еще валяется. 6, еще 4 надо. А еще надо 4. Антисептиков куча. А, антисептики, блин, а я бейсбола закидал. Молодец. Так. Антисептики, антисептики. Куча антисептиков, это хорошо. А бейсболу надо будет забрать. Слушай, а нету повязок, надо будет наделать. Да, здесь нет повязок. А, бейсболы, а бейсболы. Вам не надо бейсболов. Хотя это странно, ну ладно. Так, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Охренеть. 7-8. Все мои антисептики забрали. От сволочи. Керосина так и нет. Нет, где-то было, подожди. Где-то мне попадался. Керосинчик. Ну, это маленький. Кстати, еще 12 этих. Маленький-маленький. Да удаленький. Все, придется взять. Горючее не то горючее. Вот он. Так. Ну, допустим, что у нас тут еще есть интересного? Да, все, в общем-то. В общем-то, все. Антисептика нет вообще. Керосин, керосин, керосин. Подожди. Вот, вот так вот. Так, литр керосина есть. На тебе еще немножко. Где уголь? Уголь, уголь. Вот. Этот зараза засчитываться не хочет. 26, вот так вот. Блин, это, блин, до хрена надо будет тащить. Ну и что у нас? Керосин, повязки надо наделать 4 штуки, да? Топливо в час, дрова и еда. 16 000. У меня как раз тут есть немножко. Ага, пошел, пошел, пошел. Калорий. Так, банка персиков. Вздувшаяся, рожавая. Попахивающая ленинки вам. Карму. Так, вот это вот все. Пыльная банка свинины, томатного супа. Но все это, конечно, ни о чем, да? Свежая банка сгущенки. Крекеров драных. Пара чипсин. Куча шоколадок. Забирайте все проглоты. Забирайте. Слушайте, а я, может, ее сейчас наполню кубышку-то. Не отходя, так сказать, от кассы-то, а? Э? Шестнадцать, тринадцать, семьдесят, трипы-пы-пы-пым. Трим-пым-пым-пым-пым. Ну, давай. Так. Где-то у меня... Хотя нет, наверное. Больше здесь еды нет. Тогда не наполню. А, нет, есть. Вот еще пара банок. Рациончик. Наверное, вот так лучше даже, да? Эй. Здесь у нас только... Одежда. Да. Не хватит, причем совсем чуть-чуть.
Рацион жалко отдавать, он так-то мощная штука. Может и не придется. Да, не придется. Вот так, все, мы закрыли. Даже еще немного останется, я даже еще поделюсь с вами. Пожалуйста, кушайте, на здоровье не обляпайтесь. Вот. Отлично. Давайте тогда сделаем повязки. Где у нас так, плоды, подожди, а почему? Тряпок нет. Однако. А где-то должны быть тряпки. Вот. 5 штук. И здесь, по-моему, еще 10 штук. Да. Чудесно. Значит, мне надо 4 этим. 4 сюда. И, наверное, ну, минимум 4 мне. Даже, наверное, вот так. 50 минут. Опять ночью сидим. Перней страдаем. О! Лепездричество дали. Святой отец, как-нибудь прокомментируйте. Вот так. Повязки закрыли. Значит, керосин, антисептик и топливо. Все, что осталось. Телевизор есть в доме? Посмотрим передачку. Нет, ничего. Ничего он так нам и не говорит. Ну все, все, все. Выйти тоже нельзя. Снежная буря уже на подходе, эти люди еще спросят. Да, 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 да. Все. Окей, отцепись. Дай мне напиться. А хотя нет, стоп. Осушенная шкура. Ячейка для готовки, банка, где наш чаек? Вот, а мы пока что-нибудь перекусим. Допустим, чипсиков. Биф, точнее, мясных джериков вот этих вот. И попьем чайку. И отправимся на боковую. Прошлой ночью не было такого здесь. Прошлой ночью в этом клубе. Так, вообще маловато, я не напился. Так, знаешь что? Давай-ка мы поставим, да, вот так. А это мы допьем. Вообще я не очень уставший. Хотя я чаю напился, да, мне бы, конечно. И они просили у меня еще, а? Вот уроды. Хочу выйти посмотреть просто, как у нас здесь. Северное сияние, да. Небо так блестит. Все сверкает, все сияет. Красота. Ничего не скажешь. Ну, да, мне, конечно, под этим чаем лучше бы спать, лечь. Но я хочу попробовать все-таки добежать до церкви. И оставить в ней крест. Пока помню, боюсь, что утром просто забуду. Такая луна здоровая. Так, даже свет зажигать не буду. Хотя нет, придется. А, вот, разместите церковную древность. Да. Священник точно обрадуется. Завтра надо будет проверить. О, Господи. Ну тогда тем более хорошо, что я сделал это сейчас. Если придется завтра сюда бежать. Нет, вот просто поговорить с отцом, отдать ему эту фигню, это нет. Это мы так не можем. Нам обязательно это вот принести, тайком поставить, типа сама зародилась здесь, да? А потом на утро ходить, проверять и что ты там хочешь увидеть. Благодарственную молитву Господу, записанную от руки на стене.
Давай, беги, давай. Не, ну так-то, конечно, красиво, кто бы спорил. Что же вы там учинили-то в очередной раз? Ой, ладненько. В общем, мы всех спасли, мы молодцы, сделали, что могли. Нам осталось собрать антисептик. Хотя повязки, подожди. Я могу сделать повязки? Из мха? Нет, не хватает мха. Не хватает мха. О, я могу делать самодельный головной платок. Интересно. Самодельные обмотки. Ну ладно. Да, значит, вот это вот все. Плюс у нас еще надо найти, значит, завтра вернуться в церковь, найти второй бункер, найти призрачного оленя поляну и разобраться с записками лесных ораторов и жителей, которые я, кстати, пока нашел только по одной. Ладненько, но делать мы все это будем уже завтра. Сегодня я посплю. Заодно это будет следующий стрим, а этот стрим тогда на этом... Стрим, господи, какой стрим? А эта серия на этом тогда все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилась, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями об игре, о моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Если у вас есть аккаунты на Вазде или Трово, подписывайтесь на мой канал и там. Заглядывайте к нам с Лаградки на наш Дискорд-сервер. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.